Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс. Мы на аккаунте Пухалыча, и мы отправляемся на фарм или на чистку, ну, или на убийство всех зомбей, которых ввели с новым обновлением. Конечно же, для поднятия новогоднего настроения. Не знаю, что мы там будем поднимать, но вот оружие сразу же глобально мы уничтожать будем. Я имею с собой ВСС, причем сразу же 6 штук. У них есть крайне крутые модули, ну не крайне крутые модули, а крайне те, которые у меня были модули, и я собрал их для того, чтобы именно сходить на нашего босса, на наших боссов, ребят. Сейчас я повысил и жажду, и голод максимум, и теперь готов, конечно же, готов, ребят, выйти и получить территорию с первым зомби, с первым боссом, на которого, конечно же, я приготовил именно это все. Показать. А вот и территория с боссом. У меня есть аптечек 3 стека, у меня есть 2 сета брони теплой и, конечно же, ВСС. Надеюсь, сегодня меня так бомбить не будет, как вчера на стриме, и я уже немножечко знаком с этим зомбяшкой и готов сразиться с ним. Надеюсь, у меня все пойдет по плану и особо как никаких загвоздок не будет. Так, ну тут есть трупец, реально, что к нему придешь, какое-то письмо. Ну, о чем оно, о чем идет речь в этом письме, я, как говорится, даже и не представляю. Есть дядьки-динамитчики, которые, говорят, очень сильно помогают нам убивать такие зомби. Мы видим здесь сани Санта-Клауса, которые разбились, и вот он тоже, наш Санта-Клаус, превратился в зомби. Ребят, Клауса, если вы будете, конечно, тоже убивать, убивайте, ребят, не приближаясь к нему вблизь, то есть впритык к нему вставать нельзя. А вот ВСС лучше, чтобы 60 урона выносило. Мне всего лишь 2 урона не хватило для того, чтобы наши вот эти прихвостни умирали, ребят, с одной тычки. Но вы видите, что Клаус — это не особо такое... серьезная зомбятина, на которую можно тратить много оружия. Если у вас есть хорошо модернизированное оружие, то вы с легкостью справитесь с этой задачей. Забираем все, что здесь есть. То есть палец даже есть. Нифига себе, вместо батарейки это можно скушать. Энергетик можно выпить. Короче, ребят, я скажу вам, что в любой момент я вернусь на эту локацию и заберу весь лут, который здесь был. Вы видели, что с легкостью я справился. Конечно, да, прихвостни здесь будут прибегать бесконечно, пока мы не уйдем с этой локации. И, пожалуй, мы отправимся на локацию следующую. Переходим на картину следующую. Любовное событие. Так, у нас есть зараженная свалка. Выберите способ передвижения. Но прежде чем мы туда отправимся, конечно же, подготовлюсь заново. В теплой одежде его убивать, ну, как бы не стоит. Если честно, я ожидал что-то получше, посерьезнее противника. На стриме меня очень бомбило. Я убивал его без теплой одежды. Но, ребят, загвоздка в том, что именно теплая одежда поможет вам вынести его. И даже 1,5 ВСС. Ребят, готовы идти на следующего зомби-босса. Но прежде чем туда я отправлюсь, покажу, с чем я буду отправляться. Я буду туда отправляться с Фенскаром. Смотрите, какая крутая бойма. Увеличивает прочность. Неплохо и критический урон. Стабильность немножечко падает, но это совсем ничего. Дальше мы ставим туда прицел X8. Неплохо. Можно даже в PUBG Mobile поиграть. Так, есть тройной компенсатор. Просто тройное компенсирование. У нас стабильность уже немножечко увеличивается. И ручка, которая стабильность практически на максимум выводит. Ребят, это мегалодонское оружие для прохождения второго босса. У нас их целых 5 штук. Также я взял на всякий случай ВСС, если что-то пойдет не так. И мы выходим на глобальную локацию. Уже, ребят, у нас спецвойск. Бронь особо, конечно, тоже заморачиваться не буду. Стабильность стрельбы должна просто нас поразить. Следующий зомби — это зараженная свалка и зараженный наш зомбяшка. Сейчас мы будем его наказывать. Надеюсь, у нас все пойдет по плану и никаких казусов не будет. Так, 10 часов утра, 14 градусов тепла. Неплохо для убийства такого зомби, который похож на слепого охотника, только на свалке немножечко арматуры на себя нацеплял, так как он слепой. И явно тут у нас есть Микки лежит, дядька.
тоже имею я знакомство с этим зомби и практически знаю, как его убивать. Все, что нужно для этого, у меня есть. И также проверяем еду, воду. Давайте немножечко индейюшки съедим. И все, вот он, крамп. Смотрите, промаха вообще нет. Мы просто наслаждаемся умертвлением. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, а вот так сделать нельзя. Короче, немножечко я тупанул в связи с тем, что нужно нашего зомби наводить на бочки, которые здесь как бы имеются. И стоять нужно именно напротив них, чтобы он брал разгон именно на эти бочки. Вот так что. Короче, второй раз тоже мимо, но я думаю, что третий раз должен быть у нас. Вот, третий раз у нас именно получилось. Нужно выставить еще одну Фенскар. И теперь нам нужно отбить большущее количество зомби, которые будут убивать вот эту бочку. Не знаю, зачем этим зомби эта бочка, но с помощью такого Фенскара это делать просто как два пальца об асфальт. Просто на изишное убивает. А здесь даже можно немножечко подбить нашего зомбика, крампик. Ну ты чё, ты же знаешь, что тут у тебя ничего, шансов у тебя ноль. Единственное, что может тебя спасти, это то, что... О, да, детка, ребят, какое тупление. Вот что, он нанес 1000 урона этой бочке, потому что я затупил. Ну, я показал, как делать нельзя. Ой, блин, разгон делай уже. А я, блин, буду защищать бочку, потому что это очень и очень таки плохо. Если эту бочку уничтожат, то все, до свидания, баба Люба. Ох ты, блин, паразиты мне чуть не вынесли, ребят. Вы видите, что тупить возможно. Можно, но возможно. Но крамп умер. Наверное, большинство урона я нанес ему своими эфанскарами. Скар... Скорельчик улучшенное, просто мегалодонски крутое оружие. Я вам скажу, что я даже тупил. Даже не раз он 1000 урона нанес этой бочке. И все равно я его убил. Неплохо. Получаем еще такие нормальные лут. Это ремкомплектик. Это стальные слитки. Это алюминиевые пластины. Ну, я думаю, могли бы сладкое полено заменить каким-то оружием. Также бензин. Ну, короче, энергетик. Потратил я немного. То есть вы сразу скажете, как так у тебя так получилось? Ты тупил, как, не знаю, как самый, ну не самый, но, наверное, тупил я жестко, ребят. А вот сейчас у меня осталось что? Бронь. Осталось взять несколько ВСС. И я отправляюсь на последнего зомби, которого я так и не осилил, ребят, на прошлом видео. Что? Первый зомби меня убил 5 раз. Этот зомби убил меня 8 раз. Последний зомби у меня бил 5 раз, я забомбил и просто перестал его убивать. Сейчас я подготовлюсь, и мы туда идем и нанесем ему визитик. И сразу же, я думаю, разнесем ему все, что там можно разнести. Так, выходим на глобальную локацию, смотрим. Смотрим, третья локация. Третья, действие третье. Всячески крутых... Блин, сколько всяких... Всяческих везде можно пойти, привал дороги. Но нет, ребят, сегодня я воздержусь. Я пойду именно на третьего нашего дядьку. И, конечно же, сейчас я подготовлюсь. Ребят, я полностью готов для третьего зомби. Так, у меня есть аптечки, у меня есть вода, еда. Голод, жажду утоляем. То есть готовимся как можно тщательней. У меня есть Эфенскар, ребят, у меня есть ВСС Винторез. Это все напичкано крутыми модулями. Ну да, есть модули покруче, но у меня не было и других. Я именно эти сделал, которые у меня были. Да, там есть какие-то, но они похуже. Но, ребят, я посмотрел, что именно в этих оружиях есть все модули. Я готов выйти, сразиться с третьим зомби. Это Грега. Грег. В амбар Грега. Мы тоже немножечко знакомы с этим зомби. Мне кажется, этот зомби... Подождите, я выехал на мотоцикле, но иду без него. Отлично. Ладно. Без мотоцикла справимся. Прибыли мы на локацию. И вот трупец тоже. Кто ты? Ави. Это какие-то, я не знаю, какие имена. Ладно, ребят, мы пробуем убить Грега. Вот и он. Посмотрим. Давайте начнем с ВСС-а. Ага, будем убегать. Иди в попень. Смотрите, он хилится. Причем не хил, а хилится. Я только смог
Ага, он также урон наносит. 800 хп. А теперь давайте с фанчика его. Ай, молодец, ребят. Мне, по-моему, FN-скар будет нравиться больше всего. Не только после этого видео. Вообще мне теперь FN-скар больше всего нравится. Ну, конечно, да, это не сильно. Такое оружие, его везде не найдешь. Но я скажу вам, что можно за этими негрегами побегать. И с FN-скара не убивается вообще. Вы понимаете, насколько было раньше интереснее, не то что интереснее, намного проще играть. В связи с тем, что просто-напросто раньше, ребят, не было минус стабильности стрельбы. Раньше все оружия стреляли вот так, как вот мой FN-скар, ребят. Все оружие. Вы просто нашли М-ку, которая вот так вот валит. Вы представляете, насколько это проще было играть? Это было просто изишно играть. Ты просто, ну, получал мегалодонски много удовольствия от игры. Ни одно оружие промахов не имело. То есть вы могли с одним калашом просто зачистить, да, я не знаю, любую локацию. Оп, мусорок. Блин, этот... Пятно очень-таки довольно меня палит, неплохо. Играть, я надеюсь, ты уже будешь умирать. Поливать мы сегодня не будем. А, да ладно! Просто, ребят, изишно. FN-скар делает чудеса. Ребят, наверное, самое утяжеление игры произошло после того, когда разработчики сделали промахи на оружие автоматическом. Если стабильность вашего оружия, то есть максимальная, вы будете стрелять как бог. Ой-ой-ой-ой, меню здесь сразу же модернизировано. C4 мне выпало неплохо. Я скажу вам, что очень-очень я доволен, что я прошел этих зомби. Нужно было, как говорится, переспать с этой идеей. Я переспал с идеей. Проснулся с утра, сказал: Михалыч, ты можешь? И, ребят, я пришел, и реально Михалыч смог. Михалыч смог убить всех этих боссов. И я надеюсь, что... Что это какой-то напиток, вода, да. И я надеюсь, что, конечно, вам понравилось это видео так же, как и мне. Я просто на изи стер всех зомби. Не то, что вчера на стриме 2,5 часа, ребят. Кому интересно, я слился 5 раз на первом зомби, 8 раз на втором зомби и 5 раз на вот этом. Сейчас я их убил практически с первого раза. Расстрелять всех. FN-скар крутое. Если у вас нет возможности сделать FN-скар, сделайте калаш или АМ-ку. Я тоже, наверное, займусь. Модули, ребят, творят чудеса. Именно с модулями мы сможем убить любого зомби. Поэтому модули, наверное, самое крутое, что может быть у нас в игре. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Также подписочку на канал оформляйте. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующих видосов. Я набрался энергии, оптимизма на целый день. Пока-пока. Удачи. Пишите комментарии. Всем пока.